Всем привет! С вами Беломода, и сейчас мы покажем, как ведет себя в действии вот такой вот интересный гаджет. Это держатель для смартфона на руль. Очень удобная штука. Почему? Потому что фактически вы берете свой смартфон, ставите его вот в этот держатель, держатель цепляете на руль. Цепляется он очень просто, без всяких болтов, на обычном пластиковом креплении. И все, фактически у вас есть GPS, у вас есть спидометр, ну и все остальные функции вашего смартфона. Это очень удобно, в общем-то, держится на удивление очень хорошо, не сползает никуда, не падает. Если у вас большой смартфон, вам нужно взять крепление большего размера, то есть сам держатель должен быть большего размера, он есть в нескольких размерах. Но, в принципе, вот этого вот для маленького телефона очень даже хватает. Очень удобно, практично и никаких вопросов. Держатель, в общем-то, хорош тем, что он очень легкий, очень прост в эксплуатации. Вот здесь вот видно, как он крепится. Несложное крепление самого телефона. Но, тем не менее, все это работает и работает довольно-таки хорошо. Двигается, вот мы видим, что оно двигается с очень большим трудом, поэтому самопроизвольного движения никакого не происходит. За это бояться не стоит. Крепится очень плотно, очень хорошо, без вопросов вообще.